Крепость Олавенлинна или Олавсборг – самое старинное каменное укрепление Севера, дошедшее до нас из Средневековья. Построенная в 15 веке, крепость стала важным форпостом шведского государства, владевшего тогда землями нынешней Финляндии. Замок в честь покровителя рыцарей святого Олафа в 1475 году на острове, окруженном озером Сайма, приказал заложить регент Эрик Аксельсон тот для защиты от московского государства. На протяжении своей истории крепость не раз становилась мощной преградой на пути русских войск, которые, все же, дважды брали ее. Сегодня замок Олафсборг – известная достопримечательность Финляндии. В крепости располагается богатая музейная экспозиция, а каждый год летом у мощных крепостных стен устраивается популярный Саванлинский оперный фестиваль. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.